В Львовской области назревает экологическая катастрофа. Древние украинские обычаи сливать в водоемы канализацию не прошел бесследно. История одной из многих загрязненных нечистотами рек в материале Галины Якушко. Метровая подушка пены и несколько метров мыльных пузырей вдоль русла. Так выглядела накануне речка Вишенка в поселке Рудно, неподалеку от Львова. Местные жители утверждают, что это привычная картина. Запах постоянно речка смердит. Канализации всем, чем захочет. Все из-за отсутствия центральной канализации. Владельцы домов, расположенных вдоль реки, вводят бытовые стоки прямо в реку. На берегу можно увидеть несколько врезок. Но с журналистами эти хозяева общаться не хотят. Добрый день, есть кто-то? Впрочем, есть в поселке жители, которым не безразлично состояние окружающей среды поселка. Сверху все такая бетонная крышка и с люком. А в сарае на сколько вы туда? Ну, на мой рис, десь до 2 метров. Вона там велика, там 6 кубів, може і 8. Под этой крышкой в доме Петра обустроена выгребная яма. Соорудил ее вместе с сыном. На материалы ушло не более 1000 гривен. Теперь платят только за выкачку ямы раз в 2 месяца. Машина приезжает, выкачивает. А сколько стоит, например, забирать эту воду каждые 2 месяца? Сколько это может прожить? Близко 200 гривен, 200-250. Местные власти говорят, планируют провести канализацию, уже разработали проект. Но для этого понадобится несколько лет, а пока нарушители собираются штрафовать. Тут экологично, то есть, ну, але минимально все ж таки 1700 гривень можно давать. А лякає людей такий штраф? Він ж невеликий. Та не лякає людей. А вот в госэкоинспекции ситуацию со сбросом отходов в реки во Львовской области называют экологической катастрофой. Это уже повлияло на состав воды Западного Буга, который течет в соседнюю Польшу. Поляки регулярно присылают предупреждение, вода сильно загрязнена. Мені приходять матеріали з Польщі. Як правило, це перевищення є залізу, хлориди, ну, такі більш інертні матеріали, де використовуються побутові. Це порошки, миючі засоби, засоби, які використовуються підприємствами, теж для миття чогось. Воду для аналіза взяли і в поселке Рудно, з річки Вишенка. Результати будуть відомі через кілька тижнів. По предварительним даним госекоінспекції, в цю реку можуть збрасувати відходи не тільки місцеві жителі, але й крупні підприємства Львова, які іменно не уточняють. Галина Якушко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал Інтер, Львов.